Радио «Правда» для России. В эфире «Радио «Правда» для России». У микрофона Ольга Луданая. Наш информационный дайджест. В украинский город Запорожье прибыли автобусы с людьми, эвакуированными в последние дни из Мариуполя. Среди них те, кто укрывался в подвалах осажденного российскими войсками завода «Азовсталь». Операция по их эвакуации стала возможной при участии ООН и Красного Креста. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Запорожье на 5 автобусах прибыли 156 эвакуированных. Среди них женщины, мужчины, и дети и пожилые люди. По данным ООН, с завода эвакуированы еще не все находившиеся там мирные жители. Украинские власти говорят о нескольких сотнях людей, все еще остающихся в подземельях. Во вторник 3 мая бои на территории Азовстали, последние участки территории Мариуполя, не взятом под контроль российскими военными, разгорелись с новой силой. В ночь на 3 мая российская армия обстреляла Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области. Также днем 3 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части города Харькова. Горели гаражи, объекты торговли, а также детские аттракционы на территории городского парка отдыха. Всего с начала войны в Харькове разрушено 2055 зданий, жилых домов, школ, детских садов, больниц и поликлиник.